Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить IML Life. В последней серии мы добирались по этому кораблю за передатчиком, нашли его, теперь нам нужно возвращаться обратно к Генри. Надо сказать, предыдущая серия что-то меня удивила, она была какой-то, блин, странной. Временами у меня у самого не получалось, так, блин, звук забыл включить. Временами у меня у самого не получалось что-то сделать. Временами игра мне палки в колеса вставляла странные. То есть типа того, что... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, дружок. Это ты, панк? Ну-ка, оружие, давай, бросай оружие. Бросай оружие, давай. Молодца, знаешь, что к чему. Короче говоря, временами просто странные баги вылазили. Типа, я убежал там в панике от трех врагов, потом один из них прибежал ко мне, я его убил, прихожу, а те двое как-то вообще странно упали сами по себе. Ну, то есть вы это в предыдущей серии видели. Я не понял, что это было, но тем не менее. В итоге я все равно жив, они мертвы, это, по-моему, самое главное. И сейчас нам нужно выбираться обратно, я не знаю как. Жалко патрон один, который мне пришлось потратить. Ну ничего. Стояк! А, да что ж вы делаете-то, а? Бросили? Бросили оба. Давай-давай, быстрее, давай-давай, кишки наружу, молодцы. Фу. Довольно удобный лук, быстро наводится, не тратит патронов. Но, конечно, враги его почему-то не боятся, хотя если бы на меня луком нацелились, то я бы достаточно сильно обеспокоился. Смертоносное оружие, ёлы-палы. Ой, мы, похоже, в карантин попали, который я в прошлой части хотел... избежать. Но, судя по кашлю, мы именно там. Давайте посмотрим, что у нас здесь лучше. Вообще, нам, похоже, вот сюда. Мы спустимся отсюда, у нас выход наружу. Поэтому давайте посмотрим, возможно, мы сможем тому кашляющему пареньку помочь. И я стараюсь помогать данной игре. Как-то, блин, help. I may help you, buddy. Нет, смотрите, он все равно закрыт. Да ты откуда ты взялся, ел? Ай-яй-яй-яй. Бросай. Бросай. Бросай пушку. Ну, дело твое, я не хотел тебя убивать. Так, ладно, я, конечно, очень не рад тому, что мне пришлось убить этого засранца. Ну ладно, патроны я свои сейчас... О, сразу 4 патрона, хорошо. Ну, короче говоря, нам нужно возвращаться, и я думаю, в эту сторону мы не пойдем, потому что тут мы уже были. Мы лучше оттуда попробуем. Больно уж мне не нравится с местной гопотой драться. Неохота с ними, честно говоря, связываться. Так, а я тут спущусь вообще, нет? Как ты нашел это место? Ты этих психов прошел с мачете? Ну, так-то да. Кто из нас еще больше псих? Наш герой их мочит просто со страшной силой. Здравствуй. Одинокий охотник. Я могу этим с тобой поделиться. Помогай себе. Спасибо. Я бы тебе тоже что-нибудь дал. Скажем, странное мясо. Потому что мне нужно от него избавиться. Не все скотинились, да, я смотрю? Молодца, пацан. Уважаю. И все, что ли? Или все-таки мне сюда можно пойти? Что-то у меня ощущение, что, похоже, таки нельзя. Нет, придется возвращаться, короче говоря, тем же самым путем. Ну ладно. По крайней мере, с патронами у меня все достаточно хорошо. Да найдешь ты мир в своих путешествиях. Блин, да хватит повторяться. Я точно не смогу отсюда спуститься? Нет, совсем что-то страшное дело.
Я вообще не понимаю, как здесь этот корабль оказался. Так, тебе точно никак не помочь. Ладно, бедолага. В одиночестве умирать, это, по-моему, плохо. Очень страшно. Так, ну давайте осматриваться тогда. Я думаю, тут у нас новые братья появились по разуму. Потому что наш герой тот еще гопник. Так, как нам... Ну, я думаю, мы выйдем так же, как войдем. То есть нам сейчас нужно будет спуститься... Так, ну-ка, стой. А теперь бросайте оружие. Оружие бросайте. А, ты у нас крутой, да? Бросай. Бросай оружие, бросай, придурок. Я ж тебя убью сейчас. Так бросай оружие, ёлы-палы. Да хрен с тобой. Не хочешь по-хорошему, будет похуй. Блин, ну какие у него шансы были? О, из него аптечка выпала. Какие у него шансы были? Чего он не бросал оружие-то, ёлы-палы? Ладно. У нас по новому бронежилет. Вообще бронежилет, он, на мой взгляд, не особо нужен в таком мире, потому что патронов-то у людей мало. Не знаю. А весит он до хрена. Так, 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 ребята, ну-ка стоять. Там пистолетчик есть, да? Стой. Ой, там сколько народу идет. Ёлы-палы. Брось. Да стой, скотина. Да, это было то еще мясо. И оно еще не закончилось. Правда, что ли? Блин, с такими кучами народу уже достаточно серьезно приходится повозиться. Это, по-моему, не особо хорошо, но, по идее, пока что справляемся. Но, по крайней мере, у нас, конечно, патрон один всего остался. Бляха-муха, да сколько же вас тут? Откуда вы вообще взялись? Вы, похоже, на стрельбу прибежали, когда я сюда вошел. Ладно, надеюсь, в самом здании никого нет. Пора к Генри возвращаться. Я вообще не совсем понимаю, зачем это нужно нашему главному герою, вот этот передатчик весь. То есть он, конечно, хочет помочь маленькой девочке, но в остальном-то рисковать так своей шкурой ради непонятных людей. Не знаю, как-то это, по-моему, довольно-таки странно. Они ему ничего не сделали хорошего. Просто, по-моему, блин, он доставил к ним ребенка, а теперь еще и... Не знаю. Может, он знает что-то лучше меня. Но сейчас нас ждет не особо сложная дорога назад, потому что я ее знаю, и ничего сложного, в принципе, если там какие-нибудь новые враги не появились по пути, нет. Так что мы достаточно быстро доберемся до Генри. Единственное, но то, что опять будет кругом эта мгла, и наш герой будет задыхаться. Ну ничего. Это мы переживем, я думаю. Так, тут какой-то офис был. И внизу я слышал, что... Я могу, говорит, вернуться, как пришел сюда, а могу срезать, вот, как он показывает нам, где. Внизу кто-то мучился. Я думал, он где-то здесь в прошлый раз, но так его и не нашел. Давайте сейчас маленько осмотримся. Где ты? Человек! Эй, сделай что-нибудь, я застрял. Так, а у нас такое есть? Нет вообще? Батареи нужны для автоподъемника. Как он, кар называется?
Тогда мы сможем поднять. Так, ну тут поблизости и взяться неоткуда, поэтому постараемся запомнить это место. И что поможем, мы подойдем. Так, это место у нас находится достаточно в труднодоступном районе. Ну, не знаю. Даст бог, еще свидимся, братень. Отсюда я еще не... Да. Братюне пришлось бросить. Давай. Давай, давай, давай. Пошел, пошел наверх. Есть кто? Ой, не нравится мне эта крыша, слишком много углов, из-за которых может всякое непонятное полезть. Твою мать. Какой кошмар, ёлы-палы. Где у нас может быть батарея? Я хочу помочь тому пареньку, ёлы-палы, он же там остался один внизу в этой пылище. Это не оно? Ага, это оно похоже. Блин, давайте быстрее ему поможем. Так, давай. Блин, да спускайся ты, ёлы-палы. Подожди, подожди, браток. Фруктовый коктейль всегда хорошо. Сейчас, иду, иду, дорогой, сейчас мы тебе поможем. Hey, you! Please do something, I'm stuck here! They should just collapse while I was scavenging. Так, давай поднимем эту хрень. You did it, man. Ты сделал это. It's been a year now, and still the quakes haven't stopped. I swear it was only a matter of time before I got caught under a pile. Уже год, говорит, прошел, а землетрясения все еще не прекратились. Так, ладно, пора подниматься. Это все, конечно, хорошо. Спасибо, чувак, ты спас меня. Надеюсь, когда-нибудь я смогу отплатить. Блин, да что ж у меня язык такой? Заговаривается постоянно. Заплетается. Вообще, сегодня, как вы знаете, я вам говорю в подкасте, у меня... На работе оврал, и там приходится очень много разговаривать, наверное, поэтому у меня язык такой уставший, что я и некоторые слова просто натурально зажевываю. Вообще у меня работа требует очень много внимательности. Вся она там на работе, похоже, остается, потому что временами смотришь серии, натуральные элементарных вещей проходишь и не замечаешь. Давайте посмотрим, что у нас тут наверху. Ничего. Что-то мне не нравится, честно говоря, этот срез какой-то, он небезопасный. Кто там чихает? А вон, смотри, кто-то есть. Это у нас что там такое? Кто-то там плохо, кашляет плохо. Надо будет ему ингалятор дать, наверное. Их там двое? Или трое? Нет, двое, по-моему. Ох, офигеть. Хочешь узнать, что стоит жизнь? Ничего, ни цента. Бабушка с дедушкой. Вот наш одинокий герой. Ищет найти последнюю бутылку вина на земле. Вам вино, что ли, нужно? Ну, держите. Нравится какой-то человек, который может провести впечатление на женщину. But they did make a makeshift attempt. Boats mostly. Not enough to go around.
They took the children first. That's why there are more older people here still left in the city. Спасибо за информацию. Они говорят о том, что все-таки попытались эвакуировать людей, но у них не особо хорошо получилось. Тем не менее, они пытались, по большей части лодками, потому что по земле не так много получилось людям уходить. В первую очередь эвакуировали, говорит, детей, поэтому так много пожилых людей и людей старшего возраста в городе осталось. У вас сушняка не будет после бутылки вина на двоих? Ну, то есть, доза, конечно, не особо страшная, но все же, тем не менее. Так. Ладно, дедушка с бабушкой. Я вас, пожалуй, покину. И куда же мне идти? Срез — это хорошо, но когда знаешь, куда идти, вот это хорошо, а так... Но вот этот вот дом... Я не могу сказать, что мы куда-то очень уж близко. Вернее, далеко продвинулись от того места, от того корабля. Дом Генри у нас вон там. Да, блин, хватит хакать. Ха-ха. Возможно, там сзади, где я бутылку воды взял, мы сможем как-то спуститься пониже, но... Мне хотелось бы все-таки вот тут как-то выйти. Но вроде как не получается, да? Ну ладно. Придется где-то здесь нам спуститься. И куда я пойду потом? Понятия не имею, куда идти. Так, как же нам это место все обойти теперь надо будет? Ну, сейчас я просто к монорельсу выхожу по новой, так что, блин, я оттуда быстрее бы вышел, по-моему, все-таки. Не знаю. Давайте лучше вернемся тем путем, который я знаю. Да он, судя по всему, единственно верный. Как бы там ни было, но я, по крайней мере, знаю, что делаю здесь. Так, все хорошо. Когда знаешь, что делаешь, куда идешь точно, сразу как-то поспокойнее становится. Вот эти места уже знакомые, мы тут уже 2 раза проходили. То есть 3 раза, если учесть, что сначала мы ходили за... лекарствами для Мэри, вон туда. Потом оттуда ходили обратно. Потом прошли к кораблю отсюда. Теперь нам нужно... Нет, нам не сюда нужно. Но та, тут мы не были. Сходить, нет? Там что-то лежит. Жалко, конечно, оружие, патроны, блин, ну, наверняка опять придется потратить, потому что я чую какую-то замануху. Или мы были здесь все-таки. Сложно сказать. Но вот этот дом, это уже тот дом, где была засада, поэтому тут мы, по-моему, все-таки не были. Тут кто-то обитался на крыше, а вот, собственно, и обитатель уже давно сгнил. Печально. Ну, по крайней мере, ингалятор взяли. Ладно. Могло быть хуже. Спасибо и на этом, как говорится. Так, сейчас я осмотрюсь, чтобы точно знать, куда иду. Вообще, по идее, уже можно было бы вот так напрямик пробежать и подняться на то здание, но не факт, что это именно оно. Нет, это все-таки оно. Ладно. Как говорится, лучше 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, чем потом, блин, задохнуться где-то здесь.
в непонятном месте. Девушка тут, я надеюсь, уже ушла куда-нибудь, потому что, блин, если она там сидит, то это будет досадно. Я освободил, а она все еще там сидит. Патрон на нее потратил последний. Все, ушла вроде. Да, офигеть, конечно. Тут русский вертолет стоит. Ну, как сказать, стоит. Ну, короче говоря, тут русский вертолет. Вот. Так, ну и мы почти пришли. В остальном уже не так страшно. А вон там, кстати говоря, где-то вот, куда я смотрю сейчас, там кто-то шевелился, когда я двигался в эту сторону. Но я не знаю, не особо хочу проверять, потому что вроде как там бандит ходил. Так, спокойно. Вон он ходит. Да, блин, иди давай. Как-то странно, он ходит, как будто зомби какой-то. Но это, конечно, не так. В этой игре зомби нет, слава богу. Обошлись без этого дешевого приема. Так, все, мы практически пришли. Я даже сейчас, наверное... Нет, одну содовую придется потратить, похоже. Фу, все, отлично. Но эта серия более по маслу так идет, чем предыдущая. В предыдущую у меня как-то все коряво довольно-таки получалось. Здесь же вполне себе ничего. Я надеюсь, этот передатчик им будет достаточно полезен, потому что, блин, я за него рисковал натурально головой и задницей. Там сколько народу было, елы-палы. Я человек 10, наверное, пришлось убить. Это было непросто. Генри, это мой день рождения? Нет, не, еще пока нет. Hey, did you get it? Ты получил? Yeah, I got it. Да, оно у меня. Now we'll finally have a chance to respond to those messages. Теперь у нас есть шанс ответить на те сообщения. Иди сюда. Нужно тебе кое-что сказать. I found Mae's mother. You did? Я нашел мать Мэй. That's great. Нашел? Ну, это ж круто. Это не круто. Она, наверное, в отеле. В отеле и что? Она там против своей воли. Ты говоришь про мою маму? Да, дорогая, просто подожди секунду, ладно? Ты думаешь, ее там держат для... Когда моя мама вернется? Скоро, дорогая. Твой новый друг пойдет и заберет ее. Верно? Генри прав. Я прямо сейчас отправляюсь туда. Раньше это было хорошее место. То есть этот отель. Water's Edge. Ну что ж. Французский. Блин, ну что ж ты замолчал-то? Так, чё мы, как дела? Ты найдешь маму? Ну да. Так, нам, похоже, опять нужно возвращаться, что ли? Где нам? Дорога, он говорит, что довольно-таки долгая, поэтому я, честно говоря, обеспокоен. Мне это не особо нравится, тем более ночь наступила, с утра бы хотя бы выдвигался. А то даже не отдохнувший. Ты посмотри, да? Генри, ты, похоже, себя в форме поддерживает. А теперь, похоже, на испанском говорит.
Что-то там рапидо было. Ну ладно. Будем надеяться, оно того стоит, и его мамаша будет неблагодарна. Ее мамаша. Потому что путь, судя по всему, не близкий и достаточно напряженный будет. Не знаю, разберемся. Но мотивация главного героя мне понятна все меньше и меньше. То есть, ну кто ему это, Мэри? Ой, Мэй. Он свою семью вообще-то хочет найти, а не вот так просто незнакомым людям помогать. Не знаю. Ну, может, такой человек натурально. Что чужая семья ему важнее собственной. Доберись до отеля и спаси мать Мэй. Где у нас отель? Ёлы-палы. Ну не так уж и далеко, кстати говоря. Только нам опять придется по тому же самому пути сейчас пробираться. Мимо этого вертолета. И вот здесь мы еще не были, так что придется какую-то новую дорогу, похоже, найти. Ладно, в путь. Честно говоря, ночью мне этим заниматься не очень хочется. Тихо. Увидели тень? Блин, ну... А, ну что ж вы сразу-то меня рубите? Офигеть. Без разговоров. Я хотел сюрприз килл сделать. Там еще бежит. Так, давайте подлечимся нафиг. Ой, это нехорошо, по-моему. Ну, где-то сволочь. А через пленку вы не умеете, да, в меня стрелять? И я в вас, похоже, не умею. Ну ладно. Будем считать, что это мега-пленка какая-нибудь. Где третий? Он тут был, я только что увидел. Время умереть, он сказал. Да что ж такое с тобой, а? Скотина. Чё, ноу-ноу-ноу-то, бляха-муха. А, давай. Фу, так. Газовые маски. Наконец-то я смогу дольше продержаться в этой пыли. Отлично. Так, только я хочу вернуться туда, потому что там наверняка патроны у ребят остались. Ох, надо сказать, не просто с ними воевать. Подожди, где они? Два патрона, три патрона. И давайте что-нибудь съедим. Это мясо мы вообще трогать не будем. Давайте вот это. Ладно, довольно коряво, но тем не менее убили. Я просто... Ну, вы же сами видели, в прошлый раз тот третий был далеко, поэтому я пытался этого запилить, и тот сразу же, конечно же, подбежал. Ладно, я надеюсь, что этот газовый... Тихо, показалось, что кто-то ходил. Будем надеяться, короче говоря, что этот респиратор, его надолго хватит. Ой, блин, как темно. И так было все замылено, нифига не видно было. Теперь вообще кошмар. Так, я в ту сторону иду? Я, по-моему, вообще, да, я даже не туда иду. Тот самый тягач, который сшиб машину, она же сгорелась. Похоже, прямо в бензобак ей попал. Удар пришелся в самое уязвимое место. Так, теперь нужно сориентироваться уже. Туда примерно иду куда-то. По этой стенке я еще не шел. Стараемся не пропустить ничего важного. На
нас есть подъем наверх, но он нас приведет... Давайте посмотрим, куда он нас приведет. Ага, понятно. Мы тут уже были. Да блин, тихо, спускайся, братюня. Ну что ж ты делаешь, а? Подожди. Я не понял, конечно, почему у меня выносливость не устанавливается. Я думал, что этот респиратор, он дает возможность нормально дышать в этой пыли. Но похоже, что он просто замедляет процесс. Если я все правильно понял, да, это так похоже. Ну и сейчас мы, скорее всего, упремся в тупик. А может и нет. Тут есть кто вообще, ребятушки? Блин, сколько трупов в этом городе, куда не пойдешь, а? Мы не делимся, убирайся. Ладно, понял. Неохота пулю получить. Так что уходим отсюда. Нужна вода. Блин, и бегать неохота, потому что он быстро выдыхается, но при этом... Медленно передвигаться тоже неохота. Кругом свои минусы, короче говоря. Тут все ходит, там непонятный человек. Бродит что-то. Охереть. Не хочу знать даже, что это такое. Обалдеть. Горбун какой-то. Так, тут я, наверное, не смогу... А, нет, я тут не смогу подняться повыше. Но я думаю, я сейчас успею дойти до того подъема, где-то у нас вертолет упавший. Там маленько отдышимся, да потом двинем дальше, посмотрим либо по этой стороне улицы, либо по другой. Так, хорошо. Тихо, это что такое там? Твою в бога душу мать, это что было? Как не вовремя тут все, а? Обвалилось. Но если я этой дорогой пойду, то я сейчас приду к тому самому подъему, который нас приведет к разрушенной стройке старой, где мы поднимались за медикаментами для Мэри. Ой, для Мэй, я их путаю постоянно. Да-да-да. Так что это нам ничего не дает. Попробуем тогда перебраться на другую сторону этого моста, если его можно так назвать. И оттуда уже как-то осмотреться. Так, подобрали. Блин, я тут не могу подняться. Хорош. Блин, офигеть, конечно. Так. Блин, дорогу искать, похоже, долго придется. Ну, собственно, про это и игра. Брателло, зачем ты ночью пошел, а? Не мог утра дождаться? Поспать там, отдохнуть после тяжелого дня. What is that? It can't be. Это что? Да не может быть. Здесь вертолет просто упал, что ли? Конечно, упал. В этом ничто не сможет летать.
А где пилот? Jumped when he lost control. Наверное, он спрыгнул вниз, когда потерял контроль. Так вот, что за грохот был. А я-то думал, блин, что-то у меня система звука подвела. Я подумал, что в том переулке что-то грохнулось. Это именно оно было похоже. Так, ну и что, давайте-ка мы на этом закончим эту серию, потому что она и так уже изрядно затянулась. Следующий пойдем посмотрим, что там с этим вертолетом. Да, собственно, я надеюсь, доберемся до отеля, потому что, блин, дорога, судя по всему, не близкая. И в этой темноте достаточно трудно определять направление, куда нужно идти. Я не понимаю, почему этот козел не мог дождаться утра и пойти уже, когда все было более легко. Одну ночь, я думаю, мама Мэй потерпела бы. Но, тем не менее, придется помучиться. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.